Доброго времени суток, с вами Данил Добро. В этом видео рассмотрим способы создания загрузочной флешки при помощи программ. Также будет вторая часть про создание загрузочных флешки без программ. Способы подойдут для создания загрузочной флешки с Linux, так и с Windows. Начнем с официальной утилиты для создания флешки для установки Windows. Скачиваем с сайта. Ссылка в описании под видео. Открываем программу и соглашаемся. Да, внимательно читаем соглашение. Работает программа медленно. Наберитесь терпения. Нам спешить некуда. Но я ускорю этот процесс на видео. Выбираем создание USB носителя. Снимаем галочку внизу. Выбираем архитектуру. Но обычно 64-битная на всех новых ПК. Хотя могут быть и свои исключения. Далее выбираем USB или диск в зависимости от предпочтений. Диски уже не в ходу. Мы выбираем флешку. Нужна пустая флешка. В процессе флешка будет отформатирована, с нее будут удалены все данные. Обновляем список и не находит нашу флешку программа. Попробую отформатировать флешку в NTFS. Флешку мне не удалось найти. Увы, очень хорошая программа. Скачаем тогда ISO-образ. А так нужно было выбрать флешку и долго ждать. Качается файл тоже не быстро. Рассмотрим самую простую программу от российских разработчиков. Просто открываем программу, вынесенную ранее из архива. Windows 10 умеет работать с архивами. Сторонние программы не обязательны. В ссылках под видео будет архиватор RAR. Выбираем ISO образ и флешку. Затем нажимаем Write для записи. Нужно будет было согласиться, я же пока отменил. Следующая программа RUFAS. Эта программа с большим функционалом позволяет еще форматировать флешки и другие накопители. Тоже начинаем с выбора ISO образа. Большую часть настроек можно не трогать. В случае проблем с загрузкой флешки можно поменять файловую систему, проверить на плохие блоки, что может помочь определить работоспособность флешки. При большом количестве ошибок флешка будет плохо работать, ее лучше не использовать в качестве загрузочной. После выбора параметров нажимаем старт и соглашаемся на все действия. Я же отменил. Возможно, потребуется подключение к интернету. Win32, не буду дальше читать, работает с другими образами Inc. Но нужно сделать то же самое, как и в первой программе. В целом все программы работают так же. О, образ уже загружен. Весит почти 4 гигабайта. И рассмотрим Unity Booting. Здесь можно скачать ISO, но я рекомендую скачивать с сайта, это надежнее и образ будет на видео. Затем снова выбираем образ ISO, а потом флешку. Программа не умеет форматировать флешки, поэтому нужно вручную это сделать и на этот раз выбрать FAT32. И после этого флешка отобразится в проводнике. Мы рассмотрели самые популярные программы. А теперь запишем ISO Windows через RUFAS. На запись ушло 23 минуты в моем случае, не считая загрузку образа.
другом видео создадим загрузочную флешку без программ и полного форматирования. Загрузилась флешка с файла системы NTFS. У меня достаточно новый компьютер, так что лучше выбирать FAT32 при создании загрузочной флешки с Windows. Надеюсь, видео было полезно. Если это так, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Это будет меня мотивировать делать новые интересные видео. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.